Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать снова мои покупки в августе. Все-таки как-то, не знаю, много я их делаю, хотя продукты у меня не залеживаются в запасах. Я постоянно их использую, покупаю что-то новенькое и тут же начинаю это использовать. То есть сроки годности у меня все нормальные, ничего не просроченное, поэтому пришла к выводу, что как покупала косметику, так и буду ее покупать. И к тому же, кстати, мои запасы очень-очень сильно сократились косметические. В пустых баночках вы увидите, у меня там очень-очень-очень много продуктов. Прям нереально очень много. Думаю, вы будете в шоке. Так, и покупки, которые я совершила в августе, они были совершены в магазине «Перекресток» и также в магазине «Магнит Косметик». Ну и в «Пятерочке» я покупала немного. Так, первое, с чего бы я хотела начать, это вот такой вот шампунь от Тимоти, роскошный объем, розовый грейпфрут и гуарана. Объем до 48 часов, конечно, я в это не особо верю, но попробую, возможно, мне он понравится. Так, дальше. Вот такая вот серия от Garnier Fructis. Вообще она идет для окрашенных волос. Это, ну, окрашенные или эмалированные волосы. До 10 недель защита блеска и цвета. Ну, в общем-то, это с ягодами Годжи, укрепляющий шампунь, продлевает блеск. В общем, решила, что попробую. Кстати, у меня новый маникюр, напишите, как вам. Это вот я, наконец-таки, себе впервые в жизни сделала гель-лак. Так что, такие вот ноготочки. В общем-то, отвлеклась я немного, прошу прощения. В общем-то, у шампуня и у бальзама очень приятный аромат, буду их использовать. Конечно, волосы я еще никогда в жизни не окрашивала, но думаю, что ничего плохого с моими волосами не станет. Дальше, не отходя от марки Garnier Fructis, приобрела я вот такой вот шампунь. Это против перхоти, 2 в 1, он у меня идет зеленым чаем. Очень приятный аромат, хороший, я думаю, будет шампунь. В принципе, я все шампуни от Garnier Fructis люблю. И также думаю, что этот тоже будет хорошим. Так, дальше. Приобрела вот такой шампунь от Нивея. Это увлажнение и забота с алоэ вера для нормальных и сухих волос. Тоже приятный аромат, такая красивая бутылочка. Возможно, она меня именно и привлекла. Здесь 250 миллилитров. Приятный аромат, с удовольствием буду использовать этот шампунь. Далее вот такая вот парочка от марки Glyscour. Это бальзам и шампунь, магическое укрепление для ослабленных волос. Тоже шикардосный просто аромат, с удовольствием буду его использовать. И как-нибудь уже в пустых баночках я вам скажу мое мнение, понравился мне этот продукт или нет. Точнее, эта серия. Так. Дальше приобрела я вот такой вот бальзам от Glyscour. Это бальзам Million Gloss. Такая красивая упаковочка. Восстановление волос для лишенных блеска волос. Тавтология, ну простите. В общем-то, у меня есть такой шампунь. Я приобретала уже неоднократно такой шампунь. И вот я впервые увидела такую новинку, бальзам. И решила, что нужно его обязательно попробовать. Какой он вообще будет на деле. Так, дальше. Вот такая вот умывалка. Это гель для умывания матирующий для склонной к жирности кожи от марки Нивея. Приобретаю уже не в первый раз. Он идет с морскими водорослями. Буду с удовольствием использовать. Очень люблю этот гель. Дальше попробовать решила вот такую новинку от 100 рецептов красоты. Это витаминная пенка для умывания смузи фрукт. Какая-то новая серия. Здесь он идет с, точнее, она идет с кокосом, чиа и манго. Буду ее использовать. Думаю, что мне тоже она понравится. Аромат у нее очень даже приятный. Также решила повторить такую вот умывалочку. Это Garnier Skin Naturals. Цветочный мед. Очень мне нравится эта умывалка. Точнее, гель. Очень приятный для сухой кожи. Самое то. Поэтому обязательно буду его использовать осенью, когда моя кожа будет требовать намного более такого сильного увлажнения к себе. Она мне будет очень сухая. Поэтому вот эта умывалка будет как раз-таки мне кстати. Так, дальше.
Вот такое вот мыло от марки Palmolive или Palmolive, кто как называет, с медом и увлажняющим молочком. Буду его использовать. Хорошее мыло. Периодически покупаю их по скидке, там в Пятерочке или в Магните. Следующее, что я вам хочу показать, это я приобрела вот такие вот новинки, нашумевшие уже и по телевизору, и в Инстаграме. Это вот такие вот маски от Garnier Fructis. Я приобрела себе с папайей восстановление маска. Также вот такая вот вторая, это уже разглаживание с макадамией. И третья, которую я просто очень хотела попробовать, это вот такая вот маска с бананом. Это маска экстра питания. Также у них в их вот этой вот, господи, серии есть маска с ягодами Годжи. Она идет для окрашенных волос. Но как-то я решила ее не приобретать. Она мне, в принципе, не особо нужна. Может быть, потом как-нибудь приобрету. И, кстати, девчонки, у нас в городе я эти маски не видела, но видела их в магазине Перекресток. Там они стоят в районе почти там 500 рублей, если я не ошибаюсь. По скидке их можно было купить за 390 там с чем-то рублей. Девчонки, но самая лучшая на них цена — это в Магнит Косметик. Там они стоили 261 рубль. Может, и сейчас стоят так же, я не знаю. Вот, и что еще хотела вам сказать. Ну да, они стоят 261 рубль, это Магнит Косметик. Также там у них бывают скидки 15, по-моему, и 25 числа. И вот представьте себе, с какой скидкой вы можете себе купить такую маску, когда в других магазинах она стоит порядка 500 рублей. Ну это ж просто шикардос. Поэтому, девчонки, всегда ждите скидок, не покупайте продукты за их полную стоимость, потому что они не всегда достойны тех денег, которых вот за них, точнее, тех денег, которые за них просят. Вот, так что вот такие вот масочки. Так, дальше. Вот такая вот серия от Clearasil. Давно я уже на них ждала скидки. Это вот такой вот гель для умывания быстрого действия с салициловой кислотой и фитоэкстрактами. Вот такая вот вещь. Думаю, мне понравится. Давно, когда у меня такой уже был гель. Но вот, прошу прощения, у меня что-то горло сильно першит. Походу, я хочу заболеть. Точнее, не я, а организм хочет заболеть. В общем-то, вот такой вот гель, думаю, что мне понравился. Такой у меня уже однажды был. Надеюсь, что они ничего не поменяли с составом и с их свойствами. И вот такой вот очищающий лосьон быстрого действия тоже. Против прыщей, кожа заметно чище уже через 12 часов. Ну, посмотрим. Магнит Косметик, на них была скидка, они стоили, по-моему, тоже 200 с чем-то рублей, 267, если не ошибаюсь. А без скидки они стоят почти 400. Ну, тоже, я думаю, что лучше купить, конечно же, на скидках данную продукцию. Так, дальше. Приобрела я, уж даже не помню, по-моему, в Магните. Вот такое вот мыло от Palmolive. Это с оливой оно идет. И увлажняющим молочком. Классное мыло. Тут получается 500 мл такой запасной блок. Буду с удовольствием его использовать. Перелью в баночку с дозатором и буду использовать. Вот это вот мыло. Очень приятный у него аромат. Дальше в Пятерке я купила вот такой вот гель для душа. Давно уже хотела его попробовать. Это сочный цитрус и ваниль. Марка Love, если не ошибаюсь. Марка Love, прошу прощения. Вот, очень приятный аромат у данного геля. Думаю, что мне он тоже в душе понравится. Он стоил, по-моему, 50 с чем-то рублей. Дальше приобрела в Перекрестке по скидке. Каждый такой гель стоил 76 рублей. На него была акция. Это средиземноморский гранат. L'Appetit Marseillais марка. Обожаю, девчонки, этот гель. Я пробовала гели и от Ифраше с гранатом, и от Avon, и еще там какие-то, то ли от Oriflame, я уже не помню. В общем-то, самый натуральный, самый вкусный, сладкий, самый настоящий аромат граната именно вот в этом вот бутыльке. Именно этот гель для душа
Рекомендую попробовать его тем, кто обожает аромат граната. Тут он прям супер-супер натуральный, очень сладкий, сочный и вкусный. Поэтому, девчонки, обязательно вам рекомендую этот гель попробовать. Дальше такая вот новинка от Rexona с ароматом бамбука и алоэ вера, с антиоксидантом, свежесть. Буду с удовольствием использовать. В пустых баночках скажу мое мнение об этом продукте. И также от Нивея антиперспирант, эффект пудры, мгновенно высыхает без ощущения липкости. Вот, буду тоже его использовать, ну, также в пустых баночках, скажу мое мнение. Дальше, стандартная покупка от Чистой Линии, лосьон тоник освежающий с васильком. Он мне уже, честно говоря, поднадоел, ну вот по скидке взяла, чтобы был на всякий случай. А так уже хочу что-то купить себе новенькое, потому что, ну, одно и то же использовать как-то тоже уже поднадоело мне. Дальше, следующая покупка, это вот такая вот жидкость для снятия лака, парфюмированная, мягкая. Тоже приобрела в Магните, буду использовать. Вот. Хотя сейчас на данный момент у меня гель-лак, поэтому не знаю, когда начну это все использовать, точнее эту жидкость, но придет, как говорится, ее время. Дальше приобрела вот такой вот продукт, это крем для век, увлажнение и питание от черного жемчуга. Буду с удовольствием тоже его использовать. Как заявляет нам производитель, он уменьшает темные круги и отечность, устраняет сухость и стянутость. Ну, надеюсь, что все это правда. Буду с удовольствием его использовать. Приобрела в Перекрестке за, по-моему, 70 с чем-то там рублей. Он по скидке шел. Дальше также в Перекрестке приобрела вот такое вот средство. Крем для рук от Нивея. Цветок сакуры или сакуры, не знаю, как правильно. И масло жожоба. Вот такой вот небольшой кремик буду использовать. 75 миллилитров. Аромат уже слушала. Очень-очень он приятный. Так, дальше вот такая вот новинка вышла от La Petite Marseillaise. Это очищающая, тонизирующая вода. И также вот такой вот увлажняющий гель-крем для лица с ароматом абрикоса. Какая-то летняя такая коллекция для всех типов кожи, даже для сухой. И также еще есть гель для умывания в этой серии, но его, к сожалению, не было. Поэтому взяла только крем и тоник. Точнее, эту водичку, думаю, что мне понравится. Вот, получается, из этой вот как раз-таки линейки не было, ну, с таким же ароматом геля для умывания, но был вот такой вот, тоже летняя свежесть Прованса, свежесть розы. Очищающий гель для умывания, очищает и увлажняет для всех типов кожи, даже для комбинированной. Взяла вот такую новинку, думаю, что мне понравится. Объем 150 миллилитров. Вот. Также по рекомендации блогера Светлана 1983, это ее ник на ютубе, бьюти-блогер, приобрела в Перекрестке по скидке за 200, по-моему, 80, что ли, рублей. Вот такой вот шампунь сухой, это экстра свежесть, Go to Be. Он идет с ароматом лайма или, да, какое-то что-то тут цитрусовое идет. Вот, очень приятный. С ароматом лайма буду его использовать. Кстати, это мой первый опыт. Я еще никогда сухие шампуни не использовала. Такой вот он небольшой. Ну, надеюсь, что мне понравится. Очень интересно будет мне его попробовать. Дальше приобрела вот такое вот средство. Это питательный крем для тела от Organic Kitchen. Не знаю, как это переводится. Вот так вот он выглядит. Вот, буду использовать. Ну, как раз-таки на холодное время года, там осень-зима, я его использую. Дальше приобрела в Перекрестке по скидке за 200 рублей каждое такое масло. Это макадамский орех и ваниль и сочная малина. Такие масла у меня уже были, они мне очень сильно понравились. Вот, поэтому буду использовать. Приобрела такие вот новенькие. Так, следующее, что я вам хочу показать, это будет вот такой вот бальзам для губ «Мое солнышко» с ромашкой. Приобрела также в Перекрестке на кассе, там он рублей на 30 стоил.
Давно такие уже бальзамы использовала, решила повторить, вспомнить их. Решила дать второй шанс вот такой вот маске черной от Vitex. Такая маска у меня уже была, она не особо хорошо ухаживала за кожей, не особо хорошо удаляла какие-то черные точки и загрязнения, но я решила дать ей второй шанс. Да, тем более просил у меня парень повторить эту маску, возможно, она нам понравится, ну вот я и решила. Поэтому будем пробовать, может быть, она нам понравится. В пустых баночках вам скажу мое мнение об этом продукте. Ну или, возможно, отдельное видео сниму, если от нее опять никакого эффекта не будет. Также взяла в магните вот такой вот крем после бритья с витамином F. Он хорошо охлаждает кожу, я его использую после бритья ног. Давно, кстати, его покупала и вот решила повторить. Думаю, что он мне понравится. Надеюсь, что он не поменял свои свойства, потому что давно, когда я покупала такой крем, он мне очень понравился. Так, дальше. Взяла также в магните вот такой вот крем Каспер, детский крем, с экстрактом ромашки. Буду как крем для рук его использовать или же как крем для ног. Просто он по скидке был по 18 рублей. Ну и, конечно же, хомяк Наташа решила, ну если по скидке, почему же не взять? Ну, вы поняли. Так, дальше приобрела вот эти вот крема. Все, кто меня давно смотрит, знают, что я их обожаю. Это два можжевеловых, один подорожниковый. Часто мелькают у меня в покупках, часто мелькают у меня в пустых баночках. Поэтому обалденные крема, очень люблю и вам их рекомендую. Просто обалденные. Дальше приобрела вот такой вот крем. Это Pantenol Eva, тоже буду его использовать после бритья ног. Хороший крем, очень мне нравится. Вам тоже могу его порекомендовать. Очень хороший. Думаю, многие знают эту марку Pantenol. Дальше, такая вот зубная паста от Colgate. Безупречная свежесть, она идет с лимоном и алоэ. Искала у нас в городе, такая зубная паста у меня уже была, она мне очень понравилась. У нас почему-то в городе ее нет, а в Перекрестке я ее нашла по скидке за 100 с чем-то рублей. 100, даже не по скидке она была, без скидки, да. Без скидки я купила за 130 рублей, по-моему. Обожаю эту зубную пасту, рекомендую вам тоже попробовать ее. А вот то, что я взяла по скидке за 78 рублей, это вот такая зубная паста от Splat Professional, лечебные травы. Зубных паст у меня очень много, но Наташа ж не может пройти мимо скидок, поэтому, думаю, вы понимаете, что это уже просто не лечится. Но меня успокаивает то, что мне ничего не залеживается, девчонки, и абсолютно все сроки годности у меня соблюдены. То есть я просроченной косметикой никогда не пользуюсь и не буду пользоваться. Поэтому все уйдет, как и должно уйти, с нормальным сроком годности. Вот. Следующая покупка в Магнит Косметик была. Это вот такая вот тушь от Divash. 90-60-90. Она идет для чувствительных глаз. Эта тушь стоила по скидке 174 рубля, поэтому я ее решила приобрести. Думаю, что она мне понравится, потому что от многих тушей у меня просто слезятся глаза, краснеют. Поэтому надеюсь, что эта тушь мне понравится. Вот такая вот тушь. Так, следующее, что я вам покажу, это будет просто огромнейшая гора тканевых масок. И не только для лица, но и для рук и для ног. Решила я, девчонки, повторить вот такие вот носочки от Виленты. Это маска для ног, отшелушивающая и смягчающая. Обалденные носочки, ножки после них, как у младенца, отшелушивает просто на отлично. Поэтому уже такое одно я попробовала и решила купить себе еще три. В Магнит Косметик на них была акция, каждая такая упаковочка стоила 126 рублей. Так что маска обалденная, рекомендую всем попробовать ее. В Пятерочке увидела вот такие вот масочки тканевые от Чистой Линии. Каждая из них стоила 50 рублей, они абсолютно все одинаковые. Решила такую новинку попробовать, думаю, что мне они понравятся. Если у вас такие маски уже были в использовании, напишите, как они вам вообще понравились или нет, и делают ли они что-нибудь с кожей.
Также решила приобрести вот такую вот маску на пробу. Это черный жемчуг, сияние и увлажнение, эффект с первой секунды. Буду пробовать, надеюсь, что эта маска мне понравится. Приобретала ее в Магнит Косметик. Также вот такая вот масочка для рук от Skin Light. Это ультраувлажняющая маска перчатки для рук с овсянкой. Думаю, что тоже мне понравится. Так-то она выглядит. Вот можете прочесть, кому интересно, состав. Можете поставить на паузу. Думаю, что эта маска мне тоже понравится. Дальше вот такая вот маска для рук. Даже это ароматический пилинг для рук. И также SOS профессиональная питательная маска-сыворотка для рук и ногтей от Eveline или Eveline Cosmetics. Вот. Дальше вот такая вот маска от Love питательная с маслом ши. Тоже будет интересно попробовать. Также вот такие вот маски приобрела я в магазине Сангистиль. Это гранат, манго и также инжир. Такие маски у меня были... с чем-то я покупала, с арбузом, что ли, если я не ошибаюсь. Также еще знаю, есть с кокосом такие вот масочки. Тоже будет интересно их попробовать. Так, дальше вот такая вот маска от Виленты. Приобретала ее, по-моему, в Сангистиле, если не ошибаюсь. И лишь только дома я уже заметила, что она идет омолаживающе, разглаживает морщинки, ультралифт эффект. Надеюсь, что у меня ничего плохого на лице от нее не будет. Но раз купила, значит уже использую. Так, дальше маска вот такая вот с белым чаем. Приобретала в магазине Сангистиль корейского. Также с лимончиком вот такой вот марки, тоже корейская. Также вот такая вот маска с мордочкой тигра. Прикольная. И также вот такая вот, наверное, с мордочкой мишки. Вот. Девчонки, это были все покупки конца августа. Кому это видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.